Вернулся классический 16 век, а в последнее путинское время они еще и домострой начали восстанавливать. Украина подвергалась русификации, на мой взгляд, значительно более жесткой, чем многие другие республики. Самым страшным преступлением считался буржуазный украинский национализм. Ну, это там американцы у вас на Майдане порезвились там и так далее. Я говорю, какие американцы? Ау! Ну, как бы ты Януковича видел? Я согласен с теми, кто считает, что Путин самый богатый человек на свете, и что все остальные люди вокруг него, типа миллиардеры, числящиеся в российском списке Forbes, на самом деле просто держатели его денег в непонятной никому пропорции.